А в другом конце Киева произошло резонансное ДТП. Внедорожник «Ягуар» наехал на двух пешеходов. Сейчас один из пострадавших в реанимации в тяжелом состоянии. Виновник пытался скрыться, но неравнодушный очевидец устроил за ним погоню. Дважды «Ягуар» таранил преследователя, а после въехал в жилой двор, растращил детскую площадку, проломил забор и врезался в дерево. Под конвоем его увезла скорая. Свидетели утверждают, нарушитель – сотрудник полиции. Якобы у него нашли разрешение на оружие на имя Сергея Романенко. Но в пресс-службе столичной полиции пока не подтверждают, что виновник ДТП – правоохранитель. Был очень явный запах алкоголя, он не мог стоять в ногах, он тупо, вот я вытащил, и он сразу упал. Были у него удостоверение, дозвел на сброю и удостоверение главного штаба полиции.